все в этом мире бушующем. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие гости. Для того, чтобы этот вечер считался открытым, мы хотим сейчас вашими аплодисментами поприветствовать нашего виновника торжества, конечно, с Мариной и Машей. Итак, если можно, давайте приподнимемся и бурными аплодисментами встретим Владимира, Марину и Машу. Все вместе! Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Мы желаем счастья.
друзья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Дорогие друзья, я рад, что вы все приехали. 50 лет – это хороший повод, чтобы нам всем встретиться. Будем 2 дня веселиться, отдыхать. Забудем немножко обо всем. Этот вечер будет вести наш друг и товарищ, заслуженный артист Григорий Баскин. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Мечта заслуженного артиста – получить народного. Мечта любого артиста – возить такую публику с собой на гастроли. Дело все в том, что, Владимир Михайлович, главное, чтобы не отобрали из звания слово «артист». А остальное, Владимир Натанович, это не страшно, верно? Спасибо вам огромное за честь, Володя. Спасибо вам. Спасибо, девочки, вам за внимание. Мы начинаем. И первый бокал, первая рюмка, первый стакан, позволю себе сказать. За ваше здоровье. С юбилеем, Володя, с юбилеем, Владимир Сергеевич. Верно? Гип-гип! Это репетиция. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! И троекратная! Гип-гип! Ура! 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 Наливаем! Пьем! Поздравляем! Наши гости из Берлина специально приехали на юбилей Владимира. Группа «Шалом».
внимание, дамы и господа. Начинаем торжественный концерт, посвященный юбилею Владимира Сергеевича Кумарина. Серафим Туликов. Слова народные. Песня посвящается юбиляру. На праздничной сцене солисты детского хора Государственной телерадиокомпании «Петербург», Пятый канал, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств, профессор Станислав Грибков. В связи с больничным листом номер 046-728 дирижирует его сын, заслуженный артист России, композитор Игорь Грибков. Серафим Туликов юбиляру посвящается. Прошу. В Октябрьском аплодируют лучше. Будет.
спящим людям многое лето. Под ваши аплодисменты оригинал живого исполнения вручается юбиляру. Спасибо большое. Мы продолжаем. И пока идут приготовления, я хочу сказать, что сегодня отмечают свой день рождения, кстати, Володь, Евгений Евтушенко, да, Евгений Кафельников. Сегодня день рождения хоккеиста Могильного, сегодня день рождения Сафина, и сегодня, чтобы не ошибиться, воспользуюсь справочным материалом, сегодня родился Энцо Феррари, знаменитый итальянец. Да, неплохой человек. Вот, и Мария Ульянова. Мария Ульянова. Вот. Я хотел бы сказать, что тут в адрес юбиляра много телеграмм. Я их все читать не буду, назову только фамилии отправивших телеграммы. Из штаба олимпийской команды Тягачев, из «Зенита» руководства клуба. А почему не было аплодисментов после фамилии Тягачев? Тут так и написано. Выиграли 2-0, посвящаем победу вам. Так и написано. Да. Вот, так держать подписи команды. Не знаю, опечатка или нет, Радимов-Буланова. Это опечатка, нет? Ну, я не знаю, так написано. Вот. Ну что ж, вы тоже выиграли свою жизнь со счетом 5-0. Желаю и дальше так же действовать, если уж о спорте. Вот. И сегодня мы рады, очень рады продолжить этот вечер. Очень много артистов пришли вас поздравить. А я хотел бы, чтобы сейчас сказал тост замечательный ваш друг, который находится в отличной спортивной форме и сам недавно отмечал юбилей. И я надеюсь, вы понимаете, о ком идет речь. Это не Тягачев, аплодисменты звучать сразу должны. Евгений Вениаминович Купсим, вот слово. Во-первых, для меня это большая неожиданность. И в первую очередь я хотел бы попросить в этом отношении извинения перед теми ребятами, которые знают Владимира Сергеевича значительно дольше, чем я. Я с ним знаком всего лишь с 79-го года. И перед теми, которые здесь, действительно здесь сидят имена, значимые, так сказать, на весь мир. Поэтому так бы у них прошу извинения. Право за это не было куплено. За ничего не заплачено. Так получилось. Выпал жребий. Дорогие друзья, для того, чтобы как-то сказать, что сказать о Владимире Сергеевиче, это можно говорить очень долго, и очень много говорить эпитетов, и все они будут иметь место. Безусловно, это выдающаяся фигура и выдающаяся личность. Но вот в общении с ним и с окружающим миром вместе я обратил на одно внимание, что он весь легко общается с людьми совершенно из разного уровня и разного интеллекта. И при этом постоянно все время находится, так сказать, в диалоге, в теме и в понимании, и более того, наверху положение. И тут мне в голову пришла старая мудрость или так называемая гениальный квадрат Наполеона, который описал выдающуюся личность как личность, у которой сочетание ума и талантов в равной степени развито, как и характер и мужество. При этом характер и мужественность лежат в основе этого квадрата. А интеллект и
ум, они как бы в высоту. Поэтому я хотел бы сказать о том, что вот в моих глазах Владимир Сергеевич как раз отвечает полностью этой идеальной фигуре и описании выдающейся личности. И в этом отношении не надо искать других объяснений. Просто это надо принимать как факт. Выдающаяся личность. Володь, я желаю тебе, всей твоей семье, чтобы, так сказать, и в дальнейшем стороны фигуры, которая называется квадрат, не поменялись, были одинаковые по высоте и по ширине. Давай. Женя выпил до дна. Я предлагаю всем это сделать до дна. Достойный тост от сердца. Жизнь – круг житейский, квадрат любви. What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and find the way that you're not there? What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over, baby? Sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Sorry seems to be the hardest words. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over, baby? Sorry seems to be the hardest words. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. What can we talk over? Sorry seems to be the hardest. Ti amerò, però
vita, la mia vita ti darò. Sempre un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, ma nessuno voglio bene come te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Adesso questa canzone a cantare. Una bellissima canzone di Tony Dall'Anno. Nessuno voglio bene come te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sempre un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, ma nessuno voglio bene come te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Come prima, t'amerò. Come prima, t'amerò. Mister Nico Margia. Molto grazie. Grazie a tutti. Короткие телеграммы. Вот одна в стихах, четыре строчки только что из Москвы, отправлена в 13:40. Государственный ансамбль народного танца Игорь Моисеев. Владимир Сергеевич, серьезно? Хочу поздравить с 50-летием. Я сам недавно отмечал столетие, а потому вам, могу вам дать совет. Танцуйте и живите 200 лет. Игорь Моисеев. Вот еще, да. Максим Галкин. Только что, Эмма Васильевна, принесли на греческий, переправили нам. Значит так, другим небедным людям для примера, и чтобы ваш светлый имидж укрепить в игру «Кто хочет стать миллионером», позвольте вас, Володя, пригласить. А выигрыш я буду очень рад делить, чтобы 50 на 50. Максим Галкин. Народный артист России, любимец, наша гордость, свет очей наших, Александр Розенбаум. Я позволю сесть место. Сегодня много будет сказано, много добрых слов, и я убежден, по-настоящему правильных и, естественно, правдивых в честь Володи, в честь его многочисленных качеств, замечательных. Поэтому я небольшой мастак говорить тосты, но хочу сказать, что очень здорово то, что вот такие два качества, о которых я хочу просто сказать отдельно. Это верность и надежность. Вот за эти качества, которые очень дорогого стоят в сегодняшней жизни. Я Володю знаю, в общем, достаточно много лет. И ни разу он не дал повод усомниться вот в этих своих двух замечательных и редчайших качествах сегодня. Верность и надежность. Для мужчины это очень нужные вещи. Я вижу здесь большое количество действительно сильных людей, сильных
и физически, и духовно, и положенчески, если хотите. Это все не случайно, потому что такие люди могут быть только с верным и надежным человеком. Вот это то, что я хотел сказать о юбиляре, но я очень консервативный человек во многом, и в традициях тем более, поэтому я позволю себе, сказав вот несколько слов, вот таких, которых я хотел сказать о Владимире Сергеевиче, я все-таки хочу предложить тост за его родителей, за его мать Евгению, папу Сергея, которых нет сегодня, к сожалению, но которые воспитали замечательного парня, нашего товарища. Светлая им память, и спасибо им за то, что Вова живет на этой земле. To find you, I don't know how to reach you. I hear your voice in the wind. I feel you under my skin. To explain, I know all that remains is the piano that plays. If you know where to find me, if you know how to reach me before this light fades. You'll hear my heart, that you'll give your life, forever you'll say. No. Don't let this life pass
Спасибо! Спасибо! Спасибо, господа! Спасибо и вам! Кстати, я представлю этого очаровательного музыканта и потрясающего продюсера Владимир Скулер, Берлин. Спасибо большое. Ну что ж, следующего человека представить безумно просто. Это, наверное, и просто, и сложно. Шутить перед выступлением этого человека на профессиональной сцене бессмысленно. В застольной дружеской семейной обстановке можно процитировать любой анекдот. Ну вот, например, такой. Я, кстати, подарю Володе эту книжку, чтобы мне не рассказывать их сейчас сегодня все. Я специально. Значит, римляне копали водопровод и нашли кусок проволоки. Завязался спор. Они говорят, значит, у нас был телефон. Русские копали огород, ничего не нашли. Или нашли то, что, в общем, не обсуждается. И подумали, что в то время у них был сотовый телефон. Я хотел бы сейчас представить слово остроумному человеку, потрясающему другу. Все мы его очень любим и хорошо знаем. Я вчера не мог оторваться от телевизора, говорю это искренне, и, наверное, многие видели тоже. У нас есть возможность поздравить его тоже с юбилеем, он был не так давно. Искренне любимый, дорогой гость и друг Владимир Винокур. Володь, где ты? А, видишь. Нам, Володь, не повезло с ростом, но длинных людей много, ты знаешь, им не везет по жизни. Поэтому я хотел бы сказать, знаешь, это как два чувака встречаются, один другому говорит, вот расскажи, какая дорога ведет к морю. Второй говорит, тут все дороги ведут к морю, ебаный остров. Я к чему говорю, что... Просто ты должен понять, что мы так живем, Вова. Но твое счастье в том, что тебя окружают люди, которые не дают возможности. Понимаешь, они делают мосты, чтобы ты, преданные тебе друзья, они все здесь. Кто-то еще остался на улице. Я хочу, дорогой Володя, пожелать тебе, чтобы ты... со своей дружной семьей у нас идентичный вопрос. Меня тоже окружают две красивые девушки. Вот. Повезло, понимаешь, не верю никому. Вот эта легенда о бракоделах. У Сашки тоже дочка и жена. Вот поэтому я хотел сказать, что нам повезло. Я хотел бы поднять бокал за твою дружную семью, за этот остров прекрасный, которые у тебя навечно. Дай Бог, девочки, за вас. Спасибо вам большое, что воспитали такого парня. За семью, Владимир Сергеевич. И немножко для настроения музыки для вас. Если честно, книжка от Винокура. Владимир Натанович, я от вас подарил эксклюзивное издание. Oh, yeah. Number four, baby, run to how. Tengo la camisa negra, con mi amor está de luto. Tengo la camisa negra, y es por culpa del temblor. Así que tú y yo no me quieres, y es el sol que más me quiere. Tengo la camisa negra y una pena que me duele. Me parece que solo me querés. Yo te pura todo el día de tu mente. Cama el día, mala suerte la mía. Que cada día te encontré. Por beber de veneno me debo de tomar. Yo me debo de culo y quiero de tomar. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que если можно, ваши аплодисменты для Марии и Маши. И, конечно, для нашего юбиляра. Here we go.
in stanera, ya te morno m'interessa. Io guayam es tuya gloria, con mi fiera, furna miércoles por la torre, guete que no llegas, y sin guera más traseñas. Yo con la camisa nera, tus maletas en tu cueta, mal parece que solo te querés. Sanera, no quedera de cuera alma. Yo porque estoy en la cama, canetera hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo. Tengo la camisa negra, te marco y me disfruto. Tengo la camisa negra, porque me Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, мои друзья. У вас перерыв. У вас перерыв. Эстафету принимают актеры. Вот этот микрофон, как эстафетная палочка, переходит в руки артистов. Представляете, что такое выступать актеру в такой аудитории? Это все равно, что сдавать художественный совет. Раньше в Министерстве культуры, вот Валерий Фокин не даст соврать, были какие художественные советы, да? Приходил изумленный зритель после первого акта, извините, пожалуйста, Евгений Мянович, после первого акта в гардероб и говорит, мне бы мою шубу. Он говорит, куда вы, гардеробщик? Он говорит, второе действие написано тем же автором. Вот так вот у нас тоже действие написано одним единственным автором, но продолжают его самые разные актеры. Я приглашаю сюда, вот на этот подиум, актера, которого можно уже встретить с аплодисментами, и слава богу, его уже узнают в общественном транспорте, на улицах, площадях и проспектах. Евгений Дятлов. Но прежде чем он начнет петь, Жень, вы пока готовьтесь. Я хочу попросить сказать тост человека, который имеет отношение к нашей профессии, хотя давно-давно от нее, в общем, уже далек. Мы познакомились в далеком 90, страшно сказать, Алексей Первым, да, кажется? Это был в 89-м телевизионный фестиваль «Ступенька Парнасу». Боже мой, какое время! Сценарист и автор идеи этого фестиваля здесь. Но здесь еще и депутат Государственной Думы, уважаемый Златоуст и дорогой наш земляк-россиянин Алексей Митрофанов. Вам слово. Спасибо большое. А где? Да, да. Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич. Я очень рад находиться здесь. Вообще хочу сказать, что Питер – это очень сложный город. Я думаю, это все понимают. Это исторически так. И большевики отсюда сбежали, не смогли наладить контакт с городом. Вот, перенесли столицу. Потом были проблемы у Сталина, он никогда сюда не показывался, да? И потом у первого президента России плохие отношения с мэром. И всегда Питер – всегда сложный город. И даже для той организации, которую я представляю, тоже очень сложный город. Поэтому очень трудно здесь заслужить уважение. И Владимир Сергеевич, тот человек, который заслужил в этом очень сложном городе уважение и далеко за, и в Москве, и далеко, так сказать, за пределами Питера. Поэтому, может быть, потом когда-нибудь, Владимир Сергеевич, расскажете, как, что тут нужно делать, чтобы обаять этот город вообще вот, тяжелый. Поэтому еще раз с праздником. И я думаю, что еще годы, десятилетия совместной работы. Спасибо большое. По взгляду я понял, Владимир Сергеевич, что инструкции будут даны сегодня вечером. Я понял. Спасибо большое. Итак, дамы и господа, Евгений Дятлов. Прошу, с искренним вниманием и почтением. Первые аплодисменты. Жень. Спасибо.
Владимир Сергеевич, ну, мы с вами уже встречались, и мне сегодня очень приятно поздравить вас с днем рождения. И ну, такой небольшой концерт ради вас. Недавно вышел фильм на большие экраны «Космос как предчувствие», и там звучит песня. Один из персонажей поет моим голосом песню «Необыкновенные глаза». Эта песня в свое время прозвучала... прозвучала в 50-е годы, и исполнял ее Рашид Бейбутов. И в этом фильме она прозвучала опять, и мне хотелось бы ее посвятить женщинам, которые сидят рядом с Владимиром Сергеевичем. Так песенка из телевизионного фильма «Пять вечеров. Губы окаянные». Потаённые, ой да, без
По многочисленной просьбе. По многочисленной просьбе. Я правильный падеж сделал, Белочка. По многочисленной просьбе юбиляра, кони и бумбараш. Нет возражений? А то я на вас посмотрю. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, но к речке не идут. Ходят кони.